Вы принимаете крещение перед Богом, вы обещаете Ему. Библия говорит об этом, что это обещание доброй совести. Это означает, что я, пока моя совесть обновляема Духом Святым на основании Слова Божьего, я буду жить для Христа. Даже если я упаду, я буду подниматься, потому что я принадлежу Ему перед Богом. Второе, перед всеми окружающими людьми. Вот почему я говорил, никто не уходите. Вы должны понимать, теперь каждый из этих людей, они свидетели того, что теперь, где бы вы ни были, они вправе ожидать от вас, что вы поступаете как христианин. Не ради них, а перед Богом. Стойте в том, что вы услышали сегодня. Стойте в том, что вы приняли. Стойте в том, что вы будете... У вас с вами сегодня будет происходить водное крещение. Я хочу попросить вас, если можно, давайте мы вместе с вами станем на колени сейчас. Давайте мы с вами будем молиться о том, чтобы Господь сегодня прикоснулся к нашим сердцам. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, Боже, мы молимся Тебе сегодня, чтобы перед принятием этого водного крещения Ты излил свою благодать, Господь, и Ты дал возможности, милости и благодати, чтобы это водное крещение, Господь, оно было не просто окунанием в воду, но чтобы это было окунание, Господь, и погружение каждого из них в Тебя. Погружение в Духа Святого. Погружение в жизнь, всю их последующую жизнь с Тобою. Погружение в вечность с Тобою. Господь, я молюсь Тебе, чтобы сейчас, во время того, когда они будут принимать это водное крещение, чтобы Твоей благодати было достаточно. Достаточно, Господь, чтобы запечатлеть это посвящение их сердца, это решение их сердца, Господь, на всю оставшуюся жизнь между ими и Тобой. Я призываю, Господь, сегодня в свидетели неба, призываю в свидетели каждого, кто здесь есть, Господь, и я молюсь Тебе, пускай это водное крещение, это будет посвящение целиком и полностью их жизни Тебе. Я молюсь Тебе, когда будет погружение, Дух Святой, объемли их душу, сердце настолько, чтобы они полностью потерялись в Тебе. Во имя Иисуса Христа. Тебе величие, Тебе слава, честь и хвала. Аминь. Аминь. Пастор Иван, пастор Виталий, идите туда. Подождите, смотрите, как будет происходить водное крещение практически. Это для вас.